Доброе утро, дорогие друзья. Вот собрались на чемпионат мира по выставке наших валендов. Впервые будут участвовать, надеемся, все будет хорошо. Купили им вкусняшек и ринговки. А то в прошлый раз там замечания вам сделали, и комментаторы наши. Луйка, вижу, пожевать. Вчера их помыли, вымыли. Предыдущее видео смотрели, думаю. Смотрит они, Халитка в окошко постоянно смотрит, все изучает. Луйка все ищет, копошит, что погрызть. У нас 9 утра, уже светло. В общем, гоу. Приехали на место, у нас девчата опять отрыгались, вроде бы не кормили, но. Андрей, осторожно. Это что тут валяется? Да это Луя стащила. Ждем своего выхода. Луйка, Алита. Thank you.
Дорогие друзья, ну что, наши девчата забрали по 2 золотые медали. Алитке положенный сон. С нами на выставке Сергей. Также Рамзлей. Рамзан. Рамзлей, Сергей и Андрей. Луйка. Давай, просыпайся, скоро будет всепородка, будем участвовать. Да, Рамзлей, налей. О, налил, брат. Дорогие друзья, приходила женщина, вот я снимал ее, она гладила, фотографировала Алитку, Лую. Сергей, расскажите, это кто был? Как она сказала? Она сказала, что это я подписчица, говорит, специально приехал для того, чтобы посмотреть на собачек. И говорит, погладить их, потрогать. Да, представляете, друзья. Она сразу подходит и говорит, о, Алита, Луя, я такой, вы откуда знаете? Да, я тоже говорю, а вы откуда знаете? Я специально ради этого и приехал. Ничего себе. Спасибо вам большое, я просто не знал, меня не было здесь, я отошел. По-моему, уже ушла. Вот, поэтому спасибо ей огромное. Не знаю, как зовут, откуда, кто, но спасибо вам огромное. Я отошел. И мне вот ребята передавали это все сейчас. Мы ждем свою очередь. Ёшкин-кошкин. Посмотрите, друзья, ну как так можно? Как свиньи, блин. О, ужас. За собой ни подобрать, ни убрать никто не может. Смотрите. Чего? Маленькие бэбики какие-то. Ну что, друзья, уходим с подарками, радостные, довольные. Ну, я вижу, какие вы довольные все. Вот грамоты, дипломы, подарки. Все, спасибо этому доме. Спасибо этому дому. Дорогие друзья, ну, как вы видели, может, какие-то отрывки будут на Арктик Парке по видео. В принципе, все круто. Забрали 3 золотых медали Алита, 3 золотых там титулы чемпиона. В общем, все хорошо, все прекрасно. А насчет Валендов я много кого звал на выставки, на состязания, ну, на вот эти соревнования, не состязания, соревнования, но все как бы отказываются. В общем, может быть, серьезно как-то к этому не относятся, но у нас все серьезно, мы идем только вперед. И спасибо большое еще раз организации Купа, Елене, она всегда вот нам на выставках помогает, объясняет, рассказывает. И мы остались на Бесте, ну, где-то вот как раз кусочки вы посмотрите. Собаки не готовы, я с этим не спорю. Много кто в прошлый раз писал, мы в этот раз тупо не успели хендлеров, хендлеры, по-моему, называются, да, нанять этих людей, позаниматься по выставке. Это нужно нахаживать. Я подошел к эксперту, говорю, а по каким критериям судите? Он говорит, поведение собак прям, ну, нулевое, грубо говоря. Она то сядет, то отвлечется, повернет назад резко, то ляжет, то загавкает, то еще что-то, поэтому то зубы покажет. Это категорически исключено. Но с волчью кровью добиться результатов, как там занимались собаки первое, второе место, это очень тяжело. Это просто, ну, нереально. Я искал хендлеров и, если честно, находил, но они никто не хотели ехать. Надо ехать было к ним туда, в Санкт-Петербург. Времени не было, поэтому, ну, если что, постараемся к следующей выставке
тоже на бесте поучаствовать. Мы сейчас ушли, не стали на двух еще бестах участвовать, потому что я вижу, смысла нет, мы последние. Потому что поведение, как бы, я не скажу, что ужасное, в принципе, но все недочеты, есть к чему, в принципе, стремиться. Там, кто первое, второе, третье занял, там просто как на подиуме. Поэтому, ну, я не оправдываю ничего по поводу собак, но собаки, во-первых, не занимались этим, а во-вторых, волчья кровь. Это будет очень тяжело добиться каких-то прям крутых результатов. Поэтому, скорее всего, будем участвовать только по своим этим выставкам. Но на бесте тоже интересно. Найдем хендлеров, обязательно поучаствуем в бесте еще раз. Все, спасибо, друзья. Ну что, дорогие друзья, мы здесь раскладываем подарки, титулы. Посмотрите, сколько у нас золотых медалей. Вы 4 повесили, Сергей? Только 4. Дочка довольна. Подождите еще. Вот еще пятая медалька. О, это шестая, другие какие-то. И шестая медалька. Это чистые вот золотые. Это сейчас подойдем. Это розетки у нас, титулы. Вот еще две такие. Вот так будешь стоять теперь. Так, друзья, сейчас я вам расскажу, что тут и кого. Посмотрите, сколько подарков у нас. Просто завалили нас подарками. Подожди, еще валяется один подарок. Еще подарок, да. Посмотрите, друзья, доча, привет. Привет, красавица. Вот, повесили нарядно. Смотри, как улыбается. Вот они. Золотые медальки наши. Красота. Просто. Спасибо огромное. 6 медалей золотых в парк волков принесли. Ура! Да. Все довольны, все счастливы. Посмотрите, здесь у нас Воланд Луя. Это у нас чемпион «Золотая собака». Оценка отлично. Титул Джиткак. Я не понимаю, не разбираюсь, что за титулы. Ну, в общем, титул. Германия. Деревенчук Оксана поставила. Титул точнее, оценку и титул у нас. Чемпион какая золотая собака. Дальше у нас идет чемпионат Невские звезды. Алита. Отлично. И титулов. Посмотрите, сколько у нее. Дальше у нас идет Луя. Также отлично, и посмотрите, сколько титулов. Это Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург. Дальше у нас титул отлично. У Луи это чемпионат мира. Золотой орден Купа, ранг САЦИФ. Здесь без титула у Луи. Здесь Москва, эксперт. И также у нас идет Алита. Посмотрите, сколько титулов. Отлично. Также чемпионат мира. Поставили отлично. И у нас здесь идет чемпионат «Золотая собака». Отлично. Это получает Алита титул. Деревенчук Оксана, Германия. Вот, в общем, такие у нас титулы. Доча, что, сняла медальки? Тяжело. Спасибо всем огромное. Ура! Красота. Теперь будем вешать, ложить к этим.